Пятая седмица, пятая неделя по Пасхе посвящена вспоминанию евангельского рассказа, который только что вы, дорогие отцы, братья и сестры, слышали, о том, как Господь наш Иисус Христос беседовал с самарянами. Самаряне не так часто упоминаются в Священном Писании и Ветхого и Нового Завета, но каждый раз, когда мы встречаем упоминание самаряна, то встречаем это упоминание в положительном контексте. Но прежде всего все мы знаем притчу о добром самаритяне. И вот сегодняшнее Евангелие повествует нам о том, как Господь беседовал с самарянами. Это удивительное по своему содержанию повествование. Потому что с исторической точки зрения действительно беседа человека, который принадлежит иудейскому народу, и человека, который принадлежит самарянскому народу, это по тем временам, по представлениям того времени невозможно. Между ними не было сообщения, не было общения. И в сегодняшнем повествовании сама самарянка вспоминает об этом и говорит Господу Иисусу Христу, что как ты общаешься со мной, как ты просишь меня, зная, что между нашими народами нет никакого общения. Почему не было этого общения? Потому что иудеи, особенно благочестивые иудеи, которые придерживались закона, они считали самарян своеобразными еретиками, отступниками, ибо самаряне в их глазах, в их представлениях были нечистыми. Они отличались по вере, потому что в основном принимали только пятикнижие Моисеева и не принимали остальную часть и Писания, и тех традиций, которые были, собственно говоря, у иудеев. И другими какими-то своими обычаями, традициями самаряне отличались от иудеев. Мы знаем, что иудеи, законники, стремящиеся найти смысл и обоснование благочестия именно в соблюдении вот этих формальностей, конечно же, любого, кто их не придерживается, рассматривали как еретика, как безбожника и как человека, с которым не может быть никакого общения. Блаженный Августин обращает внимание в какое-то место на то, что иудеи не просто не общались с самарянами, но ни в коем случае не использовали вещи, которые самаряне могли использовать. И когда Господь наш Иисус Христос просит напиться воды у колодца, то понятно, что у него нет посуды или емкости, которой бы можно было налить ему воду. То есть он должен был воспользоваться той емкостью, той посудой, которая была у самарянки. С точки зрения иудейских традиций, иудейских практик того времени, это осквернение, это невозможно. Потому что все, что выходило из и от самарян, считалось каким-то нечистым, каким-то мерзким и оскверненным. Но в этой беседе Господь показывает, что самое главное – это состояние человека. Если мы сравним эту беседу Спасителя мира Иисуса Христа с другими беседами, которые повествуются у всех четырех евангелистов, то увидим, что эта беседа имеет одно очень важное отличие. Ведь Господь никогда практически прямо не говорит, что Он Мессия. Даже когда с учениками у Него идет собеседование, Он их спрашивает, за кого почитают Меня люди. Мы помним все это Евангелие, оно читалось совсем недавно, сейчас в Красные дни. За кого почитают Меня люди? И только когда Петр исповедует его, то Господь как бы подтверждает эти слова. Но прямо Господь ни своим оппонентам, ни своим ученикам не провозглашает, что Он и есть ожидаемый Мессия, но лишь косвенно и дает какие-то свидетельства. Но в этом тексте, в сегодняшнем, говорится о том, что когда встал вопрос о ожидании Мессии, как очевидно, не только иудеи ожидают Мессию, но и самаряне ожидают Мессию, Господь прямо говорит ей, что Он и есть ожидаемый Мессия. Почему эта женщина, самарянка, была удостоена такого величайшего откровения, которого не были удостоены даже ученики Христовы? Если посмотреть на этот небольшой рассказ и упоминание о жизни женщины, мы увидим, что она не просто самарянка, но и, как она говорит, у нее было пять, как она говорит, она не замужем. Господь говорит, что было у тебя пять мужей.
само это упоминание пяти мужей, оно и по правилам того времени, да и по правилам, наверное, сегодняшнего времени, это достаточно много для того, чтобы женщина считалась благочестивой, пять раз состояв в браке. И, конечно же, то, что она пять раз состояла в браке, в каком-то смысле говорит о том, что ее жизнь была во многом неустроена. Блаженный Августин так и говорит, что приходит к колодцу грешница, но уходит оттуда праведница. Так вот, приходит к колодцу грешница, и, конечно же, вот это наличие ее в личной жизни каких-то, по правилам того времени, по этическим правилам, образа жизни, не совсем соответствующего и закону, и представлениям о браке, тем не менее, эта женщина в глубине своей очень добрая и даже чистая. Потому что мы все знаем из опыта жизни, есть внешняя жизнь, а есть ее содержание. И вот внешность жизни может быть красивой, прекрасной и даже благочестивой, а содержание может быть совершенно иным, недостойным, гнилым и не соответствующим ни внешности, ни тем словам, которые декламируются. Сам Господь наш Иисус Христос в одном из текстов, как это повествует Евангелие, говорит о таких людях, как о гробах украшенных, внешне красивых, а внутри мертвых. Но бывает наоборот, и в Священном Писании не раз говорится о людях, которые с точки зрения внешности, внешнего отношения к жизни, были презираемы. Помним все, как Господа осуждали за то, что Он общался и ел с теми, кто считался в народе недостойными, блудницами или с тем же мытарями или с Захеем, когда, мы все помним, Господь посетил его дом, это вызвало недоумение, как Господь может посещать дом недостойного человека. Но внутри эти люди были живы. Внутри, в содержании своем, эти люди готовы были принять истину. И эта женщина именно такая. Несмотря на то, что по каким-то внешним критериям она, может быть, не входила, не помещалась в представление о благочестии, но внутри это был добрый, живой, жаждущий, религиозный, истинный человек. И Господь прямо общается с ней. Это тоже очень интересный момент этого сегодняшнего повествования. Ведь, как мы знаем из Священного Писания, Господь в основном говорил притчи. И эти притчи все нам хорошо известны. Притча – это некое символическое указание с использованием образов на некий скрытый, тайный смысл. Если мы вспомним, что Господь говорил в основном притчи, то мы должны вспомнить, что Господь объясняет своим ученикам, об этом говорит и Евангелист Марк, и Евангелист Матфей, почему он говорит притчи. И вот евангелисты говорят, что Спаситель на вопрошение учеников, почему он говорит притчами, отвечает им, что им, то есть ученикам, дано знать тайны Царствия Божьего. А внешним, то есть тем, кто слушал Христа, но тем не менее не обращал своего сердца, не дано. И поэтому Господь обращается к ним притчами, чтобы, размышляя над образами, над символами притчи, они могли постепенно постигать без смущения о том, чем хотел сказать Спаситель. Но этой женщине Он говорит не притчи. Он говорит ей напрямую, Он открывает ей тайну Царствия Божьего, которая в том, что пришел Мессия, которая в том, что исполняется ожидаемое пророком. Ни притчами, ни какими-нибудь намеками, ни параболами, ни символами. Он напрямую говорит ей, что Он и есть ожидаемый Мессия. И это откровение Спасителя показывает, что эта женщина готова была своим умом и своим сердцем, всем умом и всем сердцем принять то, что ей сказал Спаситель. Поэтому Он и говорит ей прямо. Мы в сегодняшнем повествовании должны еще обратить внимание на живость этой женщины, на ее глубокое религиозное чувство. Вот она имела пять мужей, и тот, который сейчас ее не муж, как сказано
в тексте. Видимо, что можно сказать, у нее была неустроенная жизнь, неустроенная личная жизнь. Казалось бы, она увидела и поняла, что перед ней великий человек. Она сначала говорит: «Вижу, что ты пророк». Что можно было бы спросить? Вот подумай. Наверное, бы большинство таких женщин спросило бы что? Как устроить мне личную жизнь? Что меня ожидает? А что будет с теми? А что будет с этим? А вот как поступить так? Или вот в этой ситуации? Но она, живущая в неустроенной жизни, наверное, терпящая поношение, осуждение даже своих соплеменников, не спрашивает о себе, не спрашивает о том, как устроить ее личную жизнь. Она спрашивает о самом важном, что на самом деле в глубине сердца ее беспокоит. Она говорит о Мессии. Она говорит о тех вопросах, которые являются вопросами религиозными, вопросами поклонения и почитания Бога и ожидания Мессии. И то, что нас задают именно эти вопросы, а не вопросы, которые относятся, увы, к часто даже у людей религиозных, только к самому себе, является некой тонкой формой эгоизма и отсутствием истинного поиска религиозного смысла, то эта женщина наоборот показывает, что несмотря ни на что, она внутри очень религиозна, живет религиозными вопросами, жаждет получить разрешение. И когда она видит перед собой того, кого она понимает, что это пророк, она и говорит: «Вижу, что ты пророк», она спрашивает именно о том, что ее больше всего беспокоит. Не ее жизнь, нет. Ее беспокоит, как правильно молиться Богу. Потому что, как видно из этого текста, иудеи и самаряне молились в разных местах. Мы знаем, что для иудеев было важным храмовое благочестие. Храм Иерусалимский – это сакральное место для иудея. А те, кто не почитал этот храм, особенно те, кто, тем не менее, претендовал на какое-то соучастие в законе, а мы знаем, что самаряне принимали пятикнижие Моисеева, но имели свое место поклонения, то, конечно же, для иудеев и самарян вопрос о месте почитания, месте вознесения молитв был важным вопросом, вопросом, который был для них постоянным предметом спора. Именно это она и спрашивает. И Господь говорит ей, что, конечно же, храм иудейский, это, он говорит, спасение от иудеев. То есть тем самым показывает, как бы подтверждает некую сакральность храма. Но сразу после этого Господь наш говорит, что Бог есть Дух. И требуется поклонение Ему в Духе и истине. Это очень важные слова. Очень существенные слова. Иудеи жили не просто вот этим вот почитанием храма своего. У них все было локализовано, все должно было иметь свое место. Есть святая земля, есть конкретно избранный народ, каким они себя полагали. Есть конкретно святое место, храм Иерусалимский. И если ты хочешь быть причастным чему-то святому, то ты должен быть причастным этому месту. Храму, святой земле или народу, как тоже имеющему определенное место, земля обетованная, которую мечтали и которую ходили предки иудеев времени Христа. Но Господь провозглашает совершенно новое. Он говорит, что нужно поклоняться Богу в духе и истине. Это очень важно, это и есть основание благочестия для последователей Христовых, для христиан. Потому что мы, православные христиане, веруем и знаем, что, конечно же, есть храм, конечно же, есть храмовое благочестие. И, конечно же, мы должны ходить в храм и воспринимать его как святое место. Но это место свято потому, что здесь есть те, кто собирается ради имени Христова. Те, кто собираются для того, чтобы стать участниками совершения богослужения и таинства. Для этого не надо ехать в Иерусалим. Для этого не надо ехать в один единственный храм на земле, как это делали иудеи, приезжая на Пасху
а со всего мира. Но каждые 2, 3, 5 человек, которые соберутся на богослужение в имя Христа для участия в бескровной жертве, уже есть те, кто образует поклонение Богу в духе и истине. И мы знаем, что очень долгий период и в разные моменты христианской истории христиане собирались в самых разных местах. И в катакомбах, и в каких-то помещениях заброшенных, и на тайных квартирах, как это было во время советских гонений, и даже в лагерях, как мы знаем, находили некие укромные места, где могли совершать литургию. Везде, где двое или трое собраны во имя Христова, где совершается бескровная жертва, где возносится молитва Господу, это и есть сакральное место. Поэтому важно понять и осмыслить, что в сегодняшнем евангельском чтении всем нам напоминается самое главное. Человек и есть храм Духа Святого, как скажет позже апостол Павел. И когда верующие во Христа собираются, они образуют живой храм, живую церковь. И любое место, где они соберутся, и где будет возноситься имя Господне и совершаться бескровная жертва, и будет святым местом. Конечно же, хорошо, что есть храм, такой, как этот. Но если, не дай Бог, когда-нибудь мы не будем иметь возможности молиться в больших, красивых храмах, как это было и в древние времена, и в советские гонения, все равно то будет место свято, где имя Господне возносится. Господь наш Иисус Христос в другом месте евангельском говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. И это собирание двое или трое, это не призыв к разделению. Не в том смысле, что везде, где два человека или три человека сядут на скамеечке, там Христос посреди них. Нет, это призыв к собиранию. Где два или три человека, значит, можно уже помолиться вместе, объединенных благодатью, потому что грех разъединяет, а благодать объединяет. Есть великая радость в том, что мы можем молиться вместе. Нам радостно, что мы можем молиться в этом храме. Но если не будет возможности молиться в этом храме, как это было и в советское время, и в период древних гонений, где-нибудь в катакомбах, где-нибудь в местах тайных, все равно и там Господь будет с нами. Потому что в духе и истине происходит поклонение Господу. Почему считается это Евангелие сегодня? Почему вспоминается оно в пасхальный период? Потому что образ самарянки, дорогие братья и сестры, это для всех нас напоминание и поучение. Мы можем повторить те же ошибки, что повторяли иудеи. Помните слова Господни, сказанные ученикам. Берегитесь закваски фарисейской. Не сказано что-нибудь другое, сказано именно про это. Что такое закваска фарисейская? Это попытка осудить другого. Вернее, это даже образ жизни, построенный на осуждении другого и на преувеличении себя. Если кто-то не входит в образ того благочестия, которое я имею, значит он плохой, значит он неугодный. Но Господь показывает, что Он открыл величайшую тайну Евангелия в свое мессианство простой самарянской женщине. Не каким-нибудь первосвященником, не каким-нибудь иудейским вельможем, простой женщине. Почему Он это открыл? Потому что все мы знаем с вами заповеди блаженства. Блаженны чистые сердца, ибо те Бога узрят. Несмотря вот на внешние те, казалось бы, недостойные образ жизни, которые у нее был, тем не менее, она была чиста сердцем. И поэтому удостоена зреть Бога, Бога во плоти Господа нашего Иисуса Христа. Пусть в сегодняшний день образ самарянки напоминает нам, что мы должны быть чистыми сердцем. А если Господь откроет кому-нибудь себя не нам, а другому, и мы увидим, пусть не будет у нас помысел, как такое может быть. Как он открывает себя недостойному или недостойной. Когда у нас возникнет такой помысел, вспоминаем этот евангельский рассказ. И тогда Господь позволит нам правильно смотреть на себя.
очищать свое сердце, не развивать в себе закваску фарисейскую, а наоборот, расти в себе те зерна, которые мы получили через проповедь о Христе и в таинстве получили, прежде всего, таинство крещения и миропомазания. И тогда Господь без притчи, без символов прямо нам откроет и свое призвание, и свое служение мессианское. А мы сможем, подобно этой женщине самарянской, прийти к Господу грешниками, а уйти проповедниками Слова Божьего. Потому что, как говорит блаженный Августин, пришла грешница, а ушла равный апостол, проповедующий и